Меньше часа до начала единого госэкзамена по истории в 32-й школе. 122 выпускника из 10 школ и лицеев Хабаровска готовятся доказать свои знания и поступить в ВУЗ на желаемую специальность. Немного волнуюсь, но думаю, справлюсь. История в целом меня интересует, и я собираюсь пойти на переводоведческий факультет китайского языка. Куда ты думаешь поступать? В ДФУ на юрфак. Это морское право, речное право. Да, то есть это сейчас активно развивается в нашем регионе. В этом году историю в качестве предмета по выбору на ЕГЭ предпочли свыше 600 хабаровчан. В этой школе выпускники получили напутствие не только от родителей, но и от мэра Сергея Кравчука. Ни пуха, ни пера. Глава города также проверил, как в пункте проведения экзамена работают организаторы и техника. Ее помогает обновлять бюджет города, чтобы ЕГЭ проходил без сбоев. Это сказывается на детях, на детях, конечно. На их. Хоть они и говорят, да мы не волнуемся, но все не волнуются. Волнуются. Все волнуются, ну а мы должны с вами улыбаться и создавать им условия. Уважаемые родители, я побывал в школе, побывал в классах, посмотрел, все подготовлено, все техническое оборудование исправно, дети спокойны. Я хочу сказать вам огромное спасибо, что ваша уверенность, ваше спокойствие, оно отразилось на детях. Яна Карабицына, Мария Шулешко, Иван Яковлев. Смотри, Хабаровск.